Сообщил реквизиты банковской карты, лишился денег. Жители Чебоксар продолжают попадаться на уловки мошенников, которые действуют по подобным схемам. Часто жертвами становятся граждане, которые решили что-либо продать через интернет. Мошенники созваниваются с продавцом и предлагают задаток или полную стоимость перечислить на банковскую карту. Для этого они узнают ее реквизиты и в последующем при входе в систему управления банковским счетом запрашивают у владельца карты пароль для входа в его личный кабинет. Таким образом, злоумышленники получают доступ к вашим деньгам. Несколько таких фактов зарегистрировано в Чувашии за прошедшие сутки. Например, двое жителей Новочебоксарска в возрасте 58 и 59 лет разместили в интернете объявление о продаже частного дома. Им под видом покупателя позвонил злоумышленник и для внесения залога разузнал всю информацию о реквизитах банковских карт. В последующем с их счетов были списаны 42,5 тысячи и 23 тысячи рублей. МВД по Чувашской республике предупреждает, ни под какими предлогами никому не сообщайте реквизиты своих банковских карт. При оплате покупок через интернет не перечисляйте деньги незнакомцам, пока не получите товар.